Поступление в ВУЗ онлайн. В России собираются внедрить единый портал образовательных программ, с помощью которого можно будет искать, сравнивать и выбирать учебное заведение. Главная фишка портала – онлайн-сбор документов в электронном виде, все, что необходимо для поступления, в том числе и заявления. Более того, кое-где будет возможно даже сдать дистанционно вступительные экзамены, если ВУЗ проводит их в дополнение к ЕГЭ. Главное – обеспечить соответствующее наблюдение. В приемной кампании 2021 года в некоторых учебных заведениях уже появятся элементы онлайн-поступления, а в 2022 году обещают запустить пилотный проект.